Баку при совместной организации Азербайджанской государственной картинной галереи и общества с ограниченной ответственностью «Аушан Баку» впервые прошел аукцион произведений искусства. На торги были выставлены 15 работ азербайджанских художников. Наша главная цель – выстроить контакты между коллекционерами, ценителями искусства и художниками Азербайджана, развивать в стране арт-бизнес, способствовать продвижению талантливых азербайджанских художников, привнести в Азербайджан современный опыт в этом направлении и тем самым способствовать развитию культуры и искусства в стране. Самым дорогим лотом аукциона стала картина «Скорость» Миразера Абдуллаева, которая была продана за 3300 манатов. Это какие-то личные переживания, цвета. Здесь есть и национальные моменты, здесь есть и присущие какие-то модерные элементы. Это очень большой, сильный толчок для развития искусства в Азербайджане. Так что нам нужны такого типа события, аукцион проводить.